В этом ролике я остался один на одном лаки-блоке. И этот лаки-блок называется Pop-It. Та самая популярная антистрессовая штука. И этот лаки-блок оказался реально очень необычным и интересным. Прямо сейчас поддержите видос лайком. Ведь мне ваши лайки капец как нужны для удачи. Нажмите на кнопку подписаться, сделайте это прямо сейчас. И давайте сыграем в игру. Посмотрите сюда, что это за вещь из Майнкрафта. Я вам подсказок больше никаких не дам, думайте сами. Если догадаетесь, напишите ответ в комментарии. А мы начинаем. Pop-It, 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 Pop-It. Да! Стоп! Так а я тут не один, что ли, Леня? А ты как-то тут оказался, скажи мне, пожалуйста. Нифига себе, лаки-блоки с Леней, за это точно отдельный лайк. В общем, у меня есть три этих лаки-блока. Они реально чем-то вроде отличаются, потому что они не стыкуются друг с другом. Это очень странно. Так это, захожу в мир лайфхаков, тебя нет. Я пишу, ТП Владус 009. И я тут, да ну нафиг, Лень, ну какая-то фигня, что-то ты мне врешь, мне кажется. О, первым делом мне классная штука выпала, Лень. Называется стрелы. Ты как возродишься, пробел зажимай, потому что у тебя тут вода, в общем, все дела. Леонид Андреевич выпал из мира. Очень аккуратно будь, Лень. Очень аккуратно. Старайся выживать, потому что это выживание на одном лаки-блоке. Ну нет, так я тоже хочу такую команду прописать, как ты прописал. Оп! Все, спампойнт не сбился, в общем, все нормально. Лень, это гениальная команда, кстати, я раньше о ней не догадывался. Что ты там делаешь? Откуда у тебя шлем уже? Почему у меня такого нет? Ладно, пока что я буду этот лаки-блок ломать. Я не знаю, чем они лучше, чем хуже. Наконец-то, наконец-то. Леня, смотри, я до тебя могу простроиться. Я тебя от Simple Dimple! Не вздумай, Леня, не вздумай, пожалуйста, прошу, давай вот без этих приколов вот твоих, да? Потому что это дружеская игра лаки-блоков, мы будем помогать друг другу, мы будем строить одно и то же, так сказать... Обсидиан, давай, не вздумай выкидывать, давай. Ага. А мне выпало какое-то очень странное ведро. А, это мусорка! Нифига себе, мусорка! Я открыл мусорку, поздравляйте меня, я и это сделал. О, даже алмазы выпадают! Нет, они все упали в самый низ, да, единого алмаза. Но зато наша платформа уже разрастается. Это очень хорошо. Да, Леонид Андреевич? Чё тебе там по... Кровать? Ну, такой себе дроп. Слушайте, ну, Simple Dimple, конечно, попыт этот. А чем отличается Simple Dimple от попыт? Ты чё меня телепортнул сюда? А чё это такое, Лёня? А чё это... Лёнь, ты уверен, что это хорошее? Это не я! Как не ты-то? А чё это такое за постройка? Не ломай мой лаки-блок, Лёнь! У тебя свои лаки-блоки, у меня свои. Но у нас они, конечно же, одинаковые. Это не противостоит. Я не... Вау! Мне бензин выпал! А что? Я пью бензин! Я выпил бензин. Чё за фигня? Ребята, это очень странно. Это вообще было очень необычно. Так, а... Чувак, давай ты иди отсюда, слышь, газ. Ты, бурак! Я тебе сейчас дам, Леня, не кидайся в меня яйцами своими. Я тебе, между прочим, помог, я газ-то твоего убил. Так, ты поаккуратнее ломай лаки-блоки, а то мало ли что взорвется, даже и не заметишь. О-о-о! Ладно, Леня умеет играть с лаки-блоками. Откуда ты этому научился? Скажи мне, пожалуйста, Леонид Андреевич. Ты как-то очень хорошо с ними играешь. Даже в ловушки не попадаешься. В смысле? Твои видосы смотрю. А, точно. Ты же хороший подписчик, хороший, который видосы смотрит, ставит лайки. Надеюсь, ты до конца видосы смотришь и знаешь, что это за меч. Воу, у тебя классный шлем, Лень, с помощью которого я сам себе урон нанес. Прости, я постараюсь больше так не делать, но ты же мой ассистент, я же могу протестировать иной раз на тебе что-нибудь. Да все, Леня, успокойся, пожалуйста, успокойся. Я сильнее тебя буду, потому что у меня есть меч, ну, знаешь, сколько урона? На 9, это почти 10 тысяч. Ну не делай, Леня, я сейчас горю. Леня, дайте мне воду, пожалуйста, дайте воду. Спасибо. Нифига себе. Вот это вообще повезло, фартануло. Мы можем набрать эту воду, если что, пить, если вдруг подожгусь. Это что такое? Не понял. Я тоже не понимаю. А мне кажется, их убить можно, смотри. Да. Я возьму свой меч сейчас и попытаемся убить хотя бы один блок. А, пацаны, налетайте. Все. Вон он. Я убил. Лень, я его убил. Слушай, это очень необычно. Надеюсь, что эти блоки нам не помешают, потому что они могут быть агрессивными. О, что? Мне что-то из Амунгаса выпало. Нифига себе, попит. Так, аккуратно. Ничего не выпало, дай скал. А ты куда? Лень. Ты куда полетел? Левитация! Да это я уже понял. Тебе не жить. Да в меня-то не стреляй, Лень, ты чё? Так, чё, импостер, вент. Что это было? Ты там долго, нет? Да хорош ты в меня кидаться, чё? Ну, Лень, ну меня затошнило из-за тебя. Ну нафига ты это сделал, а? Скажи мне. Пожалуйста, чё ты делаешь? О, так у тебя что-то радиоактивное. Мне командный блок только что выпал. Ладно, я сам себе килл прописал. Я не могу с этой тошнотой жить, понимаешь? Стоп. Что с моим Майнкрафтом? Что?
что с моим Майнкрафтом? Вы тоже видите что-то необычное? Или я один это вижу? Или меня после этой тошноты штырит? Потому что это что-то странное. Я сейчас вообще как будто... А, жесть! Что такое? Лен, не парься, все вроде бы уже нормально, все разрешилось. О, раздатчик. Что за фигня? Один лаки-блок и просто дает тебе раздатчик. Это очень странно. Зельки. Ну, зельки это не так интересно. Лен, что у тебя там выпадывает интересно? Скинь мне, если что-то такое прям классное есть. А я скину все остальное в бездну, потому что это мне реально не надо. Единственное, я бы алмазы оставил. Да даже алмазы я выкину все. Нафига оно мне нужно? Скажите мне, пожалуйста. Ой, меня все еще после этой тошноты реально штырит. Ребята, вот если у вас тошнота в Майнкрафте, сразу килл прописывайте. Владус, на. О, нифига себе. Это что за космические труселя, Леня? Да ты мне такую штуку дал, конечно. Ладно, спасибо. О, ботинки классные. О, а что? Что это такое, Леня? Нужно с ними бороться. Они нам здесь не нужны, понимаешь ли. Мне выпали классные ботинки, но они ничего не дают. Фух. О, большой лаки-блок. Я нажимаю, Леня. Готовься. Если будет динамит, я выхожу с Майнкрафта. Это еще хуже, но ничего. Хорошо, что есть у меня классный меч. 29 одних попыток, 20 других, 15 третьих. Блин, я не знаю реально, чем отличаются. Так я о чем? Ну о чем? Ты вроде ничего не говорил. У, стоп. Реактивные ботинки, ура, Леня, смотри, я летать могу. С Яриком в сауну пошли, он ложится, парится, а я, короче, таю. Да, конечно, ты шоколадка, какая тебе сауна, Лень, ну не повторяй этих ошибок, понимаешь? А, блин, реально, что, забыл, что ли? Ой-ой-ой-ой, стой. О, тебе храм заспавнился с лаки-блоками, это, кстати, крутая штука. Если там не спавнятся вот такие челики, они нас достали, реально. Ладно, гиганта можно было не убивать, гиганта можно было приручить, назвать его Гоша, например. Леонид Андреевич выпал из мира. Бедный Леня. Лень, недостаточно видосов моих смотреть. Нужно со мной играть в лаки-блоки. Тогда ты научишься не умирать на каждом шагу. Вот так вот. Потому что я этих лаки-блоков переломал реальное количество. О, тихо. Вот так вот я предусмотрел. Стоп. Кредитная карточка Амунгасера. Зырьте, ребята, в Майнкрафте. Оу, а что ей делать-то? Пацаны, отойдите, пожалуйста. Владус высох. А, помогите. Ладно, Леня. Вот, да ты сам вроде справляешься. Смотри, резкий какой дерзкий. Еще и прозрачный. Так, что эта карточка делает, я не понял. Кажись, она мне как будто... А, она мне сердечек добавила. Ничего себе. Вот это читерство. О, неудачное зелье. Блин, выронил случайно, Лень. У меня инверсия мыши. What the fuck? Бывает. Иду назад, идет вперед. Я понимаю, что такое инверсия мыши, Леня. Я понял тебя. Делаю влево, делается вправо. Да, Лень, так оно и работает. Во, я буду лаки-блоки здесь ломать. Нифига, повезло, фартануло. Так, эти лаки-блоки. Лабиринт. Леня, готовься. Сейчас нам дастся где-то 30 секунд, чтобы пройти этот лабиринт. 20 секунд, 19. Оп, так, Lucky Potion. Забираем это все дело. Алмазы выкидываем. Это Lucky Potion. Я не знаю, зачем мне лазурит, но Lucky Potion это классная тема. Нужно найти что-то... Здрасте, приехали, вы что тут делаете-то вообще? 7 секунд, 6 секунд. О, сердечки, нашел сердечки, забираем. 4, 3, 2, 1. Ладно, я же летать умею. Блин, последний сундук не успел. Ну что вы мне помешали, овечки? Пока. А что пока-то, Лень, все вроде нормально. Ой, странная вся эта тема, странно. Не, все плохо. Да, Лень, все нормально же вроде, подожди. Астральные лаки-поушены. У, стоп, скелетонская перчатка. О, да у меня перчатка бесконечности. Я могу стрельнуть, да? Давайте на Лене протестируем. Стой, Леня. Как я? Владус, стой! Ладно, стою, понимаю. Ты уже запарился, наверное, с этими лаки-блоками. Тебе сложно, я понимаю. Леня первый раз играет с лаки-блоками. Надеюсь, вы поддержите этот видос лайкосом. Чем больше лайков, тем больше таких видео будет выходить. Подожди, я тебе скинуть хочу. Ну давай, скидывай что угодно. Шлем какой-то. Да, все, я буду сейчас офигенным просто. Жизнь скинуть хочу. Ну давай, скидывай. Че, броню что ли? Лень, спасибо тебе большое, реально. У меня тоже есть броня, я могу с тобой поделиться. Вот, держи, забирай вот это. Ботинки самое мощное и труселя зеленые тоже. Что ты делаешь? Ладно, продолжаем попытить, так скажем, антистресс снимать. На самом деле это какой-то странный попыт, знаете. Попыт должен снимать антистресс, а этот антистресс нам добавляет. Так, вот эти ботинки нам тоже дают полет. И смотрите, что я делаю. Так, подождите. У меня, короче, эффект классный, но что-то он не работает. Я должен очень далеко доставать до блоков. В принципе, это работает, зырьте. Помнишь, ты с подписчиками снимал лаки-блоки? А, круто было. Да, согласен, очень было круто, ребят. Ну, чтобы попасть на мои лаки-блоки, это надо быть реально активными подписчиками. В той серии снимались самые-самые активные подписчики. Ну, почему вы друг на друге ходите? А на что у меня... Меч. 740 тысяч урона на мече, Леня. Не-не-не. Не надо. Плиз. Надо, Леня. Надо. Плиз! Надо, Леня!
Я тебе броню еще сломал этим мечом. Прости, прости. Ноль урона. Бей. Не жалко. Че, серьезно, не жалко? Ну на, получай. Как может быть 0 урона, когда меч на 740 тысяч урона? Офигел? Ладно, ладно, Лень, давай, телепортируйся ко мне, все нормально. Я уже не в воздухе, давай. Это жесть. Меч просто топовый. Ладно, на самом деле у меня очень много лишних вещей. Я могу взять еще вот эти сердечки, чтобы кушать их и регениться. Но пока это мне не надо, пока меня Леня не отмутозит. А сейчас он этим почему-то занимается. Лень, берегись, 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 берегись. Ладно, все у Лени получается. Смотрите, он уже понял, как играть с лаки-блоками. Я почему-то прыгаю очень странно. Очень высоко я опускаюсь очень медленно. Это мне не нравится. Я бы убрал этот эффект, потому что он мне мешает играть реально. Вот, нет, я нашел такую штуку, которая разорвет на Майнкрафт. Если вы прямо сейчас лайк поставите, я кину эту штуку в конце серии. Вот реально. О, меч какой-то классный. Подождите. Плюс один. Ноль урона. Куда мне такой меч? Скажите мне, пожалуйста. Я думаю, его даже тестировать не стоит на Лене. Эти пацаны сразу разлетаются, как семечки. И у меня остается два каких-то попыток лаки-блока. И давайте я кину эту штуку, если вы уже поставили лайк. Ты убил! Ну не тебя же, Лень. Ты-то еще впереди. Лови! Хана. А чё так слабо? Это все что ли? А чё? Я думал, у нас пол Майнкрафта взорвется нафиг. Ребята, надеюсь, вам эта серия понравилась. У нас еще остались попыт лаки-блоки. В следующей серии я найду Simple Dimple лаки-блоки, если вы поставите лайк. А чтобы следующую серию не пропустить, подпишитесь на канал. Вот тут кнопка. Нажимайте на нее прямо сейчас. Или сквиш лаки-блоки. Ура! Мы с вами увидимся в следующей серии. Пока.